Мастера механического сумо встретились на татами в Доме детского творчества. В мастерстве управления машинами соревновались юные специалисты робототехники. По правилам механического сумо два робота-противника встречаются в центре импровизированного татами и должны вытолкнуть друг друга за круг. Побеждает сильнейший, точнее, наиболее удачно сконструированный экземпляр. Взял систему гусениц, но у меня не было времени сделать редуктор. В общем, он у меня без редуктора, но щит у него такой сильный, так что при ударе он может выдержать любое. Участникам третьего ежегодного фестиваля робототехники от 7 до 14 лет. Возраст здесь не важен, только умение собирать модели. Для этого школьники пользуются специальными конструкторами. Одни заранее готовились к сумо, другие – к футболу управляемых роботов. Третьи собирали модель, которая сумеет проехать по линии и не сбиться с пути. Он ищет линию с помощью двух датчиков. Два датчика в самом начале программы запоминают, что должно быть белым. Как только этот датчик, например, заезжает на черную линию, сразу это колесо замедляется, а это ускоряется. В рамках фестиваля прошли 6 видов соревнований. Победители поедут на городской турнир, который пройдет в Аничковом дворце. А самые увлеченные обычно со временем поступают в технические вузы, чтобы в будущем претворить свои игры в жизнь.